Мої вітання, з вами Василь Звєрєв і програма «Життєві історії». Йому 86, а він поводиться так, ніби йому 30 і працює по 7 днів на тиждень. Він носить яскравий одяг, він не звертається до косметологів, а своїм головним лікарем називає танець. Сьогодні у програмі легенда української хореографії, народний артист України Григорій Чапкіс. Ви дитина війни. Ви народилися у Кишиневі. Яким було ваше дитинство? Діло в тому, що моє дитинство було дуже тяжелим. Я родился в пригороді Кишинева. У нас був глиняний домик, на вулиці кухня, на вулиці туалет. І сім'я, 11 чоловік, семеро дітей, мама, папа, бабушка і дідусь. Один папа працював, він був шорником. Это сбрую, он шил седла, кнуты, божжи, уздечки для лошадей. Тогда, в то время, это был мастер по ремонту Мерседеса, знаете. Кузнец и шорник, эти были главные специалисты. И мы голодали всегда. Нищета, беднота была такая, что... И вот утром... Я помню своє дитинство. Оделся, дали кусок мамалыги на улице. І я цілими днями з пацанами пилі, в грязі, лазили за яблуками, за сливами. Вот такое дитинство. Ми танцювали, плясали. З 2 лет я вже плясав. В 4 годика ми вже танцювали, нам бросали деньги. І я, коли заработаю 2 лея, бігу, кричу: «Мама, я заработав!» В 7 лет я уже продавал газеты. Утром мы выходили все к издательствам, и нам выдавали по пачке газет. И мы бегали по улицам, кричали: «Покупайте такую-то газету, там такие-то вести». Нам рассказали, что там, что мы должны кричать. И потом иду в школу. А после школы я садился в кафе, к ресторанам, там, где светло ночью. И чистил обувь. Вот это было мои заработки. В 40-м году пришла советская власть, освободила нас. И то, что было в магазинах, тоже пропало. Продуктов не было. Одежду разобрали. То, что было при молдаванах, при Румынии, все разобрали. Ну и не успел я выучить ни украинского, ни русского языка. Началась война. И отец сказал, вот когда началась бомбежка, вот из Бендера в Тирасполь, мост, вот перейдем через мост и подождем, когда закончится бомбежка, вернемся обратно. А мы обратно уже не вернулись. Через 3 месяца мы добрались до Казахстана. Убегали от немцев. Мне было 12 лет, меня посадили на лошадь. И я по 8-10 часов в день не слазал с лошади, пас молодой табун. Это очень сложно было. И я получал трудодни. Ну и когда отец узнал, что уже изгнали немцев из Украины, мы обратно, уже холода были, Киев освободили осенью, а мы к Новому году прибыли в Киев. Раздетые, разутые, голодные, ничего нет, ни средств, ничего. И брюшной тиф. И всех сняли с поезда. Мы же ехали в Молдавию. Сняли с поезда в Октябрьскую больницу. Одна палата была Чапкиса. Оттуда меня выписали первого. Вышел на улицу. Языка не знаю. Денег нет. И я пошел искать пацанов, таких как я. А их было... Пруд пруди. На каждом углу были такие, как я. Ночевал я на вокзале, в подвалах,
в руинах, с ведром воды бегал по еврейскому базару, по Евбазу, и кричал, кому холодную воду. Тогда не было водопроводов, там антисанитария такая была на этом еврейском базаре, он был очень большой. Он был один из самых больших базаров Европы в то время. Ну и кто сколько даст? Пока не вышли родители из больницы. Вот они вышли, устроились все, и папа, и мама. Брат к этому времени погиб, одна сестра умерла. Остальные все устроились работать на Крещатике, разбирать руины. Давали хлебные карточки и зарплату. И на Батеевой горе нам дали общежитие. Тобто ви були серед тих, хто відроджував Київ після війни? Да, но дело в том, что меня никуда не хотели брать. Чому? Потому что это я сейчас высокий, широкоплечий. А тогда я был маленький, хилый, болезненный. Мне было 14 лет, а выглядел на все 10, знаешь, вот такой. Синий, худой, больной. Тем более ни папа, ни я, мы не знали языка. У нас такой суржик был, что только мы могли понять друг друга. Но в одном училище, которое сейчас мною гордится, меня не хотели принимать. Я сбацал директору на пузе на голове цыганочку, и он сказал, берем. І от так я був зачисленим в трудовий резерв. Училище, в яке ви вступили, було залізничним училищем? Номер один, так. Да. І в токарну групу. А к станку я достати не мог. Мені поставили ящик. І я крутив супорт, це ж не було автомата. Крутив його, і мій ящик шатався. І мастер боявся, щоб я не попав в неприятності. І мене назначили самим головним по уборці стружки. Я поступил в училище в 44-м, когда бомбили еще Днепровский мост. Понимаете, еще война шла. А закончил в 46-м. И вот в 46-м году была Олимпиада трудовых резервов в Москве. Всесоюзная Олимпиада. Из 15 республик приехали делегации системы трудовых резервов. И мы давали большой концерт сборной в Кремлевском театре, в Старом. В первом ряду сидел Сталин, Маленков, Булганин, Ворошилов, Хрущев, вся эта гвардия. И я, маленький, вышел на авансцену. И Сталин встал, подошел к сцене, поднял меня одной рукой, потому что вторая у него не работает, посадил к себе на руки. Я посадил в одно мгновение, защелкали камеры, фотоаппараты. Со второго ряда ему передали коробочку, он мне подарил часы, и он меня поставил обратно. Это было начало нового этапа моей жизни. Что вы чувствовали в тот момент, когда вы сидели на коленях у самого Сталина? Ну, что я помню? У меня был шок по двум причинам. Во-первых, сам Сталин снял, а во-вторых, мы же его представляли высоким, широкоплечим, красивым. А тут он маленький, и все лицо у него было побито оспой. Было такое ощущение страха и шока. И что-то он мне говорил, я ничего не понял, потому что я плохо знал еще языка. И я ничего не помню, подробности я не знаю, мне поставил обратно. Вот и все. Почему он меня снял? У нас 6 мальчиков. И мы вышли вперед ползуночками. И он меня снял, потому что я был черненький. Все остальные были блондинчики, мальчики, беленькие. А он подумал, что я свой. Понимаете? А вы когда себе уявляли, что могло бы быть, если бы раптом он взял не вас, а кого-то другого? Судьба – это оттуда. Все, что происходит с нами случайно, это совершенно не случайно. Если бы моему отцу, который умер в 46-м, сказали, что я стал народным артистом и профессором, он перевернулся в гробу. Я сам удивляюсь, как это Бог меня вот так вознаградил. Thank you.
Я приехал в Киев, и с поезда встречала молодежь, полная площадь привокзальная была забита школьниками трудовых резервов, и меня буквально несли на руках до автобуса. Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство. И я на руках у Сталина, все газеты, журналы. Уже написали, что я очень талантливый, что я очень умный, что кто-то выточил уже к этому за ночь конус, я вроде токарь хороший. В общем, так как у нас умели сделать имидж, меня забрали в областной ансамбль трудовых резервов. И ко мне пришла Лидия Демьяновна Чернышова, художественный руководитель государственного ансамбля Украины, и говорит: «Вы хотите стать артистом?» Я говорю: «Я же ремесленник, какой с меня артист?» «Ну, нам нужно ваше согласие, а все остальное мы сами сделаем». Я говорю: «Конечно, я согласен, распишитесь». Я расписался. И через два дня вышло постановление о переводе меня из системы профтехобразования в государственный ансамбль «Петь и танцы Украины». З 1946 року Григорій Чапкіс працював у Державному ансамблі танцю УРСР під керівництвом Павла Вірського. За 27 років роботи у колективі він об'їздив понад 70 країн світу, виборов 3 золотих медалі на міжнародних конкурсах і став заслуженим артистом Радянського Союзу. 50-й год. Театр імені Івана Франка выезжает на гастроли в Польшу. Первая послевоенная гастрольная поездка такого театра. У них не было танцоров, у них были только драматические артисты, как имена: Добровольский, Шумский, Бучма, Ужви, Пономаренко. Это плеяда, да, вот это плеяда. Три брата Юры. Министерство культуры принимает решение выделить фонд на 6 артистов балета. 6 пар, 12 человек. И меня в том числе перебрасывают и назначают балетмейстером театра. Мне было 20 лет. Балетмейстер театра Франко. Я сделал подтанцовки к разным спектаклям, которые мы повезли на гастроли. И, конечно, приехали оттуда титулованные артисты. Мы получили туда премию. 51-й год. Третий всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине. Туда едет делегация Советского Союза, 1500 человек. Я, Махмуд Эсамбаев, Майя Плесецкая, Васильев с Большого театра. Но там тоже было не сладко в Берлине, нас отравили, подсыпали что-то в пищу, и на площади, где была тысячная толпа, разбросали, из западной Берлина просочились фашисты и подбросили нам ампулы со слезоточивым газом. В общем, нас еле спасли, но мы привезли домой наибольшее количество золотых медалей. Вот это моя была первая лауреатская золотая медаль. И пошло-поехало, Вирский приехал в 55-м году, Китай, Вьетнам, и пошли гастроли неоднократно. Европу все объездили, неоднократно были в Южной Америке. И где мы только не были. Ви зустрічалися свого часу і з Хошиміном, і з Фіделем Кастро, і з Мао Цзедуном, з Елвісом Преслі. Встреч було дуже багато. К нам за куліси прийшов чоловік зі шрамом, Отто Скорцені. У нього другая фамилия, он жил в Испании без права заниматься политикой. Начали кричать: «Павел Павлович, вами интересуется гость». А кто это, никто не знает. Вот он вышел, Павел Павлович, дал ему руку, а щелкали камеры. А когда узнали, что это Отто Скорцени, правая рука Гитлера, да, и на второй день все журналы, все газеты, рукопожатие Вирского и Отто Скорцени, а Отто Скорцени в фашистской форме, с крестами, понимаете, вот это все спечатали. Ну и по приезду попало и Вирскому, и мне, потому что я тогда был секретарем партийной организации ансамбля. Вот, меня сделали невыездным, хотели исключить из партии,
А Вірському попало дуже сильно від відділу культури ЦК Компартії України. І його почали ігнорувати, від нього відвернулись всі. Я пам'ятаю день народження Вірського. Ми сидимо на кухні, він з жіною і я з жіною. Він забитий. Його стали ігнорувати всі після Отто Скорцені. І вдруг дзвінок, кур'єр, правительство, телеграма. Дорогий Павло Павлович, за видатні заслуги, цілі петиції поздравлення від Щербицького. І через кожні 15 хвилин прем'єр-міністри всі почали дзвінки, до утра були дзвінки поздравлення, після того, що пройшло поздравлення Вірського. І вам треба було бачити, як він сидів в піжамі, заросший, небритий, тому що він потух. І вдруг він став виравнюватися, встав, побрився, оделся, а утром 10 зайшов в балетний зал. Узнати його не можна було, він помолодів на 20 лет. І почалась наша поїздка опять. Ми працювали во дворці спорту. І нас розділяло зрительний зал від артистів полотно, бархат такой висел. И вот вдруг бархат открыли, и туда зашел Сальвадор Дали и компания «Хиппи». Ну, подошел Вирский, он пожал руку через переводчика, общались, он высказал свой восторг, и вдруг увидел меня. Говорит, а у тебя в ногах моторчики. Подошел ко мне, пощупал ноги, и говорит, да, это моторы установлены. Пошутил. И вот эта шутка на второй день во всех газетах было о том, что в одной из казаков обнаружили в ногах моторчики. Вот такая шутка прошла. Вот это была встреча. С Эльвисом Пресло была встреча. Он пригласил на свой концерт, подарил мне пластинку. А потом у меня эту пластинку украли, оставили мне только один чехол с его автографом. Так что встреч было очень много. Я чув, що колись на вашу трупу при перельоті з Сполучених Штатів до Канади хотіли вчинити замах. Да, було таке. Коли ми приїжджали туди, в любую страну, набирали гладильщиць, сапожники. Хтось із друзів, в кавичках, підложив в реквізит взрывчатку. По их расчетам мы должны были погибнуть, потому что из Реджина на севере Канады мы должны были перелететь на самолетах. Пурга в юго занесло весь аэродром, и мы поехали автобусами. В 6 утра выезд, а ночью выехала фура раньше с нашими реквизитами, с нашими инструментами. И вот эта фура взорвалась по дороге, прямо на трассе. Мы едем, смотрим, прямо на трассе громадный пожар. Мы выхватили кинокамеры, фотоаппараты, чтобы фотографировать. Подъезжаем ближе, это наша фура опрокинулась и горит все. И все сгорело. Костюмы, музыкальные инструменты, все, что было, сгорело. И встал вопрос, как продолжать наши гастроли. И Вирский принял решение с Юроком о том, что мы начнем в репетиционной форме. Нам накупили лосины, белые майки, а девочкам тоже такие хитончики, лосины, как варьете, знаешь. И объявили, что вот этот танцует, погорелый театр, наши акции поднялись, и билет достать невозможно было. И когда уже прибыли костюмы, то Сал Юру говорил, не надо костюмы, это идет лучше, танцуйте так, без костюма. У 1973 році, після виходу на, так би мовити, творчу пенсію, Григорій Чапкіс побудував концертну залу «Юність» і став її першим директором. Саме тут він започаткував проведення дискотек і став влаштовувати бали. У вашій біографії ще був театр драми і комедії на Лівому березі. Це окрема історія. На Лівому березі не було ні одного театру.
ЦК Компартії України прийняли рішення із кінотеатру «Космос» превратити цей кінотеатр в театр драми і комедії. Едуард Метницький – художественный руководитель и директор. А я заместитель его. Я был мальчиком для битья, потому что хорошо проходит спектакль. Молодец художественный руководитель и генеральный директор Метницкий. А плохо? Кто виноват? Чапкис. Это был кошмар. И в это время моя дочь успела выйти замуж за итальянца. А он богатый. А она красивая. И она начала нас бомбить. Что вы сидите в этом чернобыльском Киеве? Жрете докторскую колбасу, а у меня здесь псарня, собаки кушают больше, чем вы. И езжайте, пока можно, выезжайте ко мне. Я женился в который раз и уехал в Италию на постоянное жительство. Но счастье, что я не сдал квартиру. Это счастье мое. Уехал в Италию, пробыл у дочери, мы приехали, раздулись, как два шарика, макароны, пицца, оделись, обулись. Мне мой зять купил Мерседес, обколесились там всю Европу, учили язык, ну, можно было уже выйти на работу, вот-вот и я, и жена, и наступила такая хандра, то передать невозможно. И однажды мы сидели у бассейна, и по приемнику поймали говорочки, истерика, обморок, домой. А дочь у меня такая, знаешь, идите к чертовой матери, чтобы я вас не видела, вы ноете, влияете на моих детей, и они уже начинают ныть, хотят уже домой. Езжайте. Приехали в Киев. Ходили по Крещатику, плакали от счастья, что мы дома. Выстояли очередь за докторской колбасой, купили вот такой кусок черного хлеба нашего. Зашли на Бессарабку, купили соленых огурцов у бабы с ведра. И сели на Крещатике, на скамейке, как ханыги вдвоем, поели. Ни в одном итальянском ресторане мы получали такой кайф. Мы плакали от счастья, что мы вернулись на Украину. Григорій Чапкіс – танцівник, хореограф, народний артист України, професор, керівник школи танцю Чапкіса. Вот мы вернулись потом уже из Италии, и я открыл свою школу. А моя дочь открыла в Италию, потом сын уехал в Америку и открыл свою школу в Америке. Вы тричі были у шлюбі. Це було кохання? Конечно, каждый раз я думал, что я влюблен. И каждый раз Ромео и Джульетта. А вы помните у Жванецкого? Одно неосторожное движение, и ты отец. И я наступал на эти грабли. И поэтому получилось так, что я трижды был женат. У меня от первого брака Лилия, которая живет в Италии. У нее двое детей. Одна кинозвезда, вторая работает у нее тренером, танцовщица. В Америке у меня сын, у него два сына, два моих внука. Ваша теперішня дружина, на відміну від двох попередніх, які були в танці... Первая была танцовщица, работала со мной более 20 лет в ансамбле Вирского. А вторая была бальница, работала со мной 10 лет, родила мне Гришу, сына. И мы с ней разошлись. А третья жена умная, кандидат экономических наук, начальник учебно-методического управления авиационного университета. Ваша дружина, до речи, не ревнує вас до популярности, до інших жінок? Все было. Жизнь семейная – это сложная штука, дорогой мой. Я сейчас стал академиком, профессором в этой области. Я уже могу советы давать. Женщина не должна быть красивой. Я пришел к выводу, что женщина должна быть умной, главное, и женщина должна быть интересной. Мне с ней интересно. Я еще не окончил беседу, знакомство, я уже спрашиваю, а когда мы встретимся в следующий раз?
Я обращаюсь. Третий глаз. Смотрю на партнершу. Закрушилась бедняжка. Я вечеровать. Надо полупусть. О, прекрасно выглядит. Я сниму за тем, чтобы она не закрушилась. И когда я вижу, что она отошла, я продолжаю вращаться. И вращаюсь сколько хочу, пока я не увижу, что она поплыла. Понятно, да? Ребята, сколько хотите, столько кружитесь. Вальс и пронизатель без меня. Можно? Я не боюсь смерти. Я готов к ней, понимаете? Я знаю, что возраст, что мы не вечные. Я боюсь одиночества. Я боюсь того дня, когда я стану немощным. Вот это я боюсь. Многие из моих друзей умирали, вот, сидя в балетном зале. И раз пришла уборщица, говорит, Борис Демьянович, а вы что, не были дома? Толкнул, он упал. А он уже несколько часов как умер. Вот такая смерть мне нравится. 86 лет. Когда я об этом думаю, я оглядываюсь, это же не обо мне идет речь. Вы понимаете? А плана у меня, ну, на лет 20, 30, 50, 80 вперед. Мечтаю оставить за собой что-то такое, чтобы говорили, а помнишь, был такой. Американський актор, співак і хореограф Фред Астер говорив, у хорошому танці не має бути жодного зайвого руху. Я бажаю, щоб танець вашого життя був прекрасним, а його рухи були неймовірними. З вами була програма «Життєві історії». Я її ведучий Василь Звірєв. Сьогодні ми завітали до відомого, легендарного українського хореографа, народного артиста України Григорія Чапкіса. Дякую за участь у програмі. Побачимось.